что? Повидал солнечный? Ну, ты видишь, теперь знаешь, где солнечный находится. О, блядь, колеса как разлетелись. Опа, бух, и вперед. Ну, я могу с ней в Пушкино встретиться, да и все. Уевшая, что ли, блядь? Охуще. Столкнулся? Ну, а не зеркало. Чё ты трендишь-то, а? Ты меня видишь, где я стою, ты меня запихишь на... Ты чё делаешь? Ты чё делаешь-то вообще? Ты посмотри, где я еду-то, ёб твою дивизию. Пизда, блядь. Однако решение не приняли. На своей страничке в соцсети Азарт пишет, что, скорее всего, рабочие дни переносить не будут, поскольку длительные выходные дорого обходятся госбюджету. Вова, Вова! Твою мать! Рождественские праздники работать по календарю. Напомним, что 1 января в 2014 году выпадает на... ...выходит во второй тройке нападения, ну, в общем, набирает, что называется, оборот, а ведь еще полтора года назад Пашин был загрозным постоянным игроком национальной сборной России, правда, в чемпионат мира не попадал, но он в европейских турах участвовал. А вот там в КБшке вроде нет, да, картинки? Или тоже есть? Ох! Регистратор. Так, улица Стачек Возрождения, 6 машин. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, и вот там вот стоит Peugeot 6. Наш виновник.
Потушили его немножечко. Виновулечка. Виновилючка. Летел вот оттуда, он даже немножко свелил на асфальте.